16 декабря в Пружанском ледовом дворце состоялось сразу два события – республиканская пожарно-профилактическая акция «Безопасный Новый год» и товарищеский матч хоккейных команд «Пружанские киты» и «101» из города Минска в рамках турнира «Беловежская пуща-2018». Организаторами мероприятия стали Пружанский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Пружанский районный исполнительный комитет, Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и районный физкультурно-спортивный клуб «Муховец». Уважаемые жители и гости города Пружаны, мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Сегодня в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год» мы не только хотим привлечь внимание к вопросу пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников, но и приобщить вас к здоровому образу жизни. Ведь не зря же мы сегодня собрались именно около Ледового дворца. Здесь сегодня состоится товарищеский матч между нашей командой «Пружанские киты» и командой наших гостей из Минска 101. А чтобы до начала матча прошло время намного быстрее и интереснее, мы предлагаем вам приобщиться к нашей акции и поучаствовать в нехитрых конкурсах. На площадке около Ледового дворца расположилась полевая кухня. Каждый мог попробовать вкусную кашу и согреться горячим чаем. И желающих оказалось много. Всего за время проведения мероприятия было раздано 470 порций каши и 125 литров чая. В холле Ледового дворца проводились различные конкурсы. Одевание боевой одежды, пожарный крокодил, лови снежок. В импровизированной детской комнате самые маленькие участники мероприятия наряжали бумажные елочки, разукрашивали тематические рисунки «Безопасный Новый год», разгадывали загадки. Сказать детям, что безопасность – это прежде всего, то есть безопасность спасет вашу жизнь. Дети учатся быть уже самостоятельными, не познают что-то новое. Я раскрасила картинку, я выиграл вот этот вот сок, я выиграл блокнотик и закладку, я еще выиграл и раскраску. Закладка, на которой была еще таблица умножения. Очень полезно для математики. Фотографии с Дедом Морозом пожарным пользовались необычайной популярностью. В рамках акции работники отдела по чрезвычайным ситуациям еще раз напомнили всем об элементарных правилах пожарной безопасности. Матчевая встреча по хоккею тоже оказалась насыщенной событиями. Команды продемонстрировали отличную игру, а болельщики активно поддерживали своих игроков. В перерывах между периодами зрители наслаждались выступлениями солистов Пружанского дворца культуры и показательными номерами фигуристок. Сотрудники Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводили конкурсы «Пожарные слова», «Поймай воздушный шар». Матч завершился со счетом 6-4. Пружанские киты немного уступили гостям из Минска. За участие в матчевой встрече по хоккею с шайбой в рамках турнира «Беловежская пуща-2018» команды были награждены памятными кубками. Лучшими игроками встречи были признаны в команде 101 город Минск Никита Страхов номер 15, в команде киты город Пружаны Сергей Старовойтов номер 86. Сейчас могли видеть жители города Пружаны Пружанского района матч между командой МЧС 101 и командой киты Пружан. С минимальным, скажем так, разрывом в 4-6 повезло команде МЧС, но фактически это был матч дружбы, и время игры совпало с акцией, республиканской акцией «Безопасный Новый год». В рамках акции районным отделом по чрезвычайным ситуациям было проведено различного рода много мероприятий профилактических, были выставлены интерактивные площадки, сотни детей приняли участие и выиграли призы.
подняли всем настроение и еще раз напомнили людям всем о значимости повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения. Надеюсь, что Новый год действительно станет праздником для всех нас. Сегодня на Пружанской земле прошла еще одна знаменательная акция. И наши жители, также детки наши, смогли с удовольствием и полезно провести время. Благодаря районному отделу по чрезвычайным ситуациям, детки сегодня еще раз вспомнили, как себя безопасно вести под елкой, с чем нельзя играться. И пиротехника – это не игрушка. Они сегодня в этом убедились. Огромное спасибо хочется нашим гостям из Минска сказать. Совместно с нашей командой «Киты» они подарили нам сегодня незабываемые впечатления. Матч был насыщенный, яркий. Забито было много шайб. Так держать, ребята.